Здравствуйте и добро пожаловать на Огонек. Любите ли вы своего начальника, как это делают многие? Не спешите с ответом. Герои одного из сегодняшних фильмов задумали избавиться от руководителя. Получилась комедия. Часть материала для нового фильма о Джеймсе Бонде будет отснята в Индии. Правительство страны уже разрешило киношникам работать в Мумбаи, Дели и Гоа. Картина станет 23-й в серии фильмов об агенте 007. У ленты пока нет названия. Ее режиссер Сэм Мендес, постановщик «Красоты по-американски». Главную роль вновь исполнит Дэниел Крейг. Один из предыдущих фильмов «Бондиады» также снимался в Индии. В 1983 году здесь поставили осьминожку. «Несносные боссы» — это краткое описание того, что нужно делать, если достал босс. Фильм повествует о трех друзьях, которые разочаровали в своей работе и пришли к выводу, что им следует убить боссов друг друга. И знаете, жилось бы веселее, если бы наших боссов не стало. Данный фильм — это простая комедия, отсылающая к шедевру Альфреда Хичкока «Незнакомцы в поезде». Но, как во многих современных картинах, в ней многовато пошлого хлама и примитива. Однако за порцией попкорна темная сторона не особенно видна. А потому «Несносных боссов» вполне можно смотреть как одному, так и в теплой компании единомышленников. Расскажите, зачем мчались под 100 там, где разрешено 40? У нас была гонка. На приемсе? Я не часто выиграю. «Призрак свободы» 1974 года — совместная работа киношников Франции и Италии под режиссерским жезлом Луиса Бунюэля. Это серия сюрреалистических эпизодов, на первый взгляд, не связанных между собой. Буржуазная пара рассматривает фотографии парижских памятников и находит их порнографическими. На ужине при свечах гости усаживаются на унитазы вместо стульев. Маленькая девочка исчезает в школе, и ее поиски организуются в ее же присутствии и с ее же помощью. Короче, все как в жизни. 10 миллионов тонн экскрементов в день? Именно. Черт возьми. Это настораживает. Мишенями «Призрака свободы» становятся ханжество, церковь, армия. В мире Бунюэля все переворачивается, и между эпизодами возникают картины и репрессии с криками за кадром «Долой свободу!». Гениальное кино, которое продолжается в голове еще очень и очень долго после финальных кадров. «Долой свободу!» В атаку. Мы им покажем. Какая странная фраза. Мы еще не готовы к свалившейся на нас свободе. Говорят, так думают заключенные, просидевшие четверть века в тюрьме до своего помилования. В тюрьме им оказывается комфортнее. Че Гевара, Чебурашка.